Друзья, всем привет, всем хорошего дня. Вы на канале Салена, и сегодня я вам отвечаю на вопросы по поводу напиши, Алена, по поводу здоровья кровеносной системы. Понятно, кровеносная система зависит от многих-многих факторов: ваше питание, ваша генетика, то, где вы находитесь сейчас, в какой среде. Но вы прям просите: Ален, подскажи, какие БАДы и какие витамины участвуют в как раз-таки данной истории. Я бы сказала, что здесь очень много витаминов, но есть такие определенные базовые вещи, которые укрепляют. Вот, например, красный клевер. Это отличное антивирусное, антимикробное, противоопухолевое и противовоспалительное средство. Он является природным иммуностимулятором. Но будьте осторожны, у кого аутоиммунные заболевания, стимулировать в данном случае нельзя. Подойдет для сбалансированного питания ребенка. Друзья, укрепляет иммунитет, усиливает сопротивляемость заболеваний. Люцерна, профилактика воспалительных заболеваний. Представляете, насколько это важно? Нам важно, чтобы у нас в лимфе было чистенько. Вот когда в лимфе чистенько, то, соответственно, и в кровеносной системе чистенько. Мы помним, что любое воспаление переносится на все органы. То есть не бывает такого, что «ой, у меня воспаление в кишечнике», и там нет воспаления, например, в крови, в лимфотоке. Это все передается. Соответственно, здесь нам может помочь цинк, железо, медь. Это как такие источники, которые работают в состоянии, когда очень-очень-очень тяжело вашим кровеносным сосудам. Плюс омега – это супер вещь, которая работает на снятие воспаления и на восстановление, и как антиоксидант, и входит в состав мембран клеток мозга, сетчатки, благодаря влиянию на иммунную и нервную систему, снижает агрегацию тромбоцитов. Представьте, насколько это важно, друзья. Также, друзья, могу вам подсказать по витамину D3, который тоже необходим, и, конечно, в соответствии с анализами. Но здесь базой будет магний, здесь базой будет очищение лимфы, и здесь базой будет то, что я вам назвала: красный клевер, люцерна, магний, марганец и суперкомплекс. То есть это минералы, которые работают в борьбе со свободными радикалами, плюс омега высококачественная. Это очень-очень важно. Что еще хотелось вам добавить? Ну и, конечно, можно использовать, если есть где-то воспаление, то кардиоцепс. Как-то так. Надеюсь, видео было вам актуально. Поставьте, пожалуйста, комментарий. И вечером мы встречаемся в прямом эфире, как помочь печени. Жду комментарии.